Здравствуйте, меня зовут Товкач Владимир Александрович. Я являюсь актером, выступаю в группе «У двух морей». Я учусь актерскому мастерству. Я в Богатикова учился на вокальное. Это всего лишь месяц проучился. В другом это в школе искусств проучился. И получается, я сейчас стала опять учиться в театре. Я в школе с 6 класса начал учиться театральному мастерству. Мой учитель был в школе Елена Владимировна Полюшкина. Люди должны понять, что это не легкая работа, что это работа сделана как это очень трудным путем. Если я буду участвовать во втором туре, я вам докажу, какой я настоящий актер. Я Андрей Семенко, руководитель драматического коллектива любительского театра «У двух морей». Вот. И Володя, он играет в этом театре, ну, помимо остальных своих творческих занятий. Вот. И я, честно говоря, очень удивлен волной негатива, которая пошла вот от Володиного выступления. Потому что это совершенно безобидные вещи, и главное, что это вещи артистические. Это арт. Многократно в разных спектаклях Табаков Олег Павлович играл это самое, женщин разных. Вот. Это Калягин. Такой, ну, Калягин, да. Калягин там все. Вот. И с другой стороны, то, что, в общем-то, Володя показывал, это его образ. Скажем, я смотрю за развитием этого образа. То есть я видел эту Джину Диску раньше, там 2 года назад видел, год назад. Я вижу, что он очень растет. То есть, скажем, 2 года назад он гораздо хуже был, сейчас он и поет получше. Но, понимаете, здесь есть два мнения. То, что он там не очень хорошо поет, не очень хорошо танцует, но он растет, он учится. А другая точка зрения, она просто тупая, что это самое, что если мужчина играет женщину, то у него что-то не в порядке с ориентацией. Это просто идиотизм. Вот, то есть это не должно вообще всплывать. Нет, это не должно вообще всплывать. Эта точка зрения, она тупая, она не должна всплывать вообще. Этот, так скажем, конкурс, который проводит Добров Кирчи, он может быть дать ему то, что он как раз ищет. Это большой профессионалов в окружении актеров, профессионалов вокала и профессионалов хореографа и даже стилист. Дайте ему шансы, дайте ему вырасти. Дайте, как говорится, парню выразиться.